Итак, скоро у нас праздник. Замечательный праздник, который называется День защитника Отечества. И сегодня мы хотим показать, что наши мальчики тоже будущие солдаты. Они уже учатся маршировать. И сегодня покажут, как они это делают. И они хотят стать сильными и ловкими, как их родители, дедушки, да? Как ветераны. И вот на празднике вы сегодня все это обязательно увидите. Мы, богатство, Дашка и Ата, а шагаем, как солдаты. Будем родину любить, будем в армии служить. Всех военных с этим днем поздравляем дружно. А когда мы подрастем, родине послужим.